Наша программа более традиционная, но охватывает большой промежуток времени. Поскольку мы все равно относим к Рождеству сегодняшний концерт, то наш концерт Дмитрия Степановича Бортнянского, рождественский концерт номер 6. Слава Вышним Богу!
Богородица Дева Радость, с всеночного бдит. Oh.
Отцу и Сыну и Святому Духу, поклонимся Отцу и Его Сыну, помилуй Святому Духу, Святой Троице, Единый в сущности, Святой Самоучи, Oh!
так сказать, теоретики называют это русской литургией. Называется она «Запечатленный ангел». А написана она по мотивам повести Лескова «Запечатленный ангел». Итак, два номера исполняйте без перерыва, не надо хлопать. «Да светится имя Твое и ангел Господень». Впервые в Оренбурге.
песни. Oh!
восемь. Сотворил его, опять же, наш друг Сергей Якимов. Называется оно «И снова жить хочу». Написано оно на стихи архиепископа Петерима Павла Клочкова. Пусть все уходит, не бывает поздно. Любовь не исчезает никогда. На небе жить продолжим, словно звезды. Жизнь во Христе не трогает тогда. Пусть время быстротечное исчезнет, чем дальше большие встречи с Богом ждут. А младость мою время не изменит. Я верю, что прекрасную жизнь найду. И состав необыкновенный для виолончели и хора. Вот в Петербурге это исполняется тоже в храме, и исполнял его ректор Санкт-Петербургской филармонии Васильев. И мы в Москве тоже исполняли это. Ну, в общем, послушайте. Все сказано звуком. Солистка филармонии Любовь Игнатьева. Thank you.
Здесь очень много Татьян, вот, и много студентов. Мы всех заранее поздравляем с этим праздником и дарим вам русскую народную песню «Таня, Танюша» в обработке Калистратова. Еще раз Елену Валерьевну благодарим.